Всем привет! Это Ольга Романова, Русь сидящая и My Russian Rights. И это Олег Григоренко, главный редактор издания 7х7 «Горизонтальная Россия». И мы с вами не говорим о том, что происходит на паркете, как борются между собой башни, что за кого как посмотрел. Мы говорим о жизни реальной страны. И вы на нас подписывайтесь, пожалуйста, и поставьте колокольчик, потому что если вы смотрите нас, значит, вы наверняка захотите, чтобы нас смотрели ваши друзья, близкие, знакомые. Для этого поставить лайк, и вас станет больше. Да, они нам важны, нужны. И еще я хочу напомнить, что мы готовим новогоднюю программу. И если напишите в комментариях, о чем вы хотите поговорить, или забавные, или незабавные картиночки про Новый год, а я их уже очень-очень много вижу, мы обязательно все это используем. Давайте держать с вами обратную связь. Но я хочу вам сказать, что сейчас, вот пока мы вышли в эфир, идет очень важная вещь. Идет в трех местах, а на самом деле идет везде в интернете, то есть везде идет. В Москве, в Тель-Авиве и в Берлине вживую. И есть прямая трансляция в интернете, вручение премии «Просветитель». И это вручение происходит 22 декабря, теперь будет проходить всегда. 22 декабря – это день памяти основания фонда «Династия» Дмитрия Борисовича Зимина. И почему это так важно? Эта премия проходит впервые без него, и это не выгул нарядных платьев, это не светское щебетание, это не чокнуться шампанским с интересным мужчиной или с хорошенькой девушкой. Это про книги, про изучение тех вещей, которые действительно волнуют. Это про науку. Ну и в этом году впервые будет еще номинация «Политпросвет». Если вы смотрите программу в записи, то наверняка уже знаете всех победителей. И у нас там есть много-много-много друзей, знакомых и людей, за которых нам очень хочется болеть. И я на самом деле надеюсь, что мы, когда будем знать всех-всех-всех победителей, мы тоже в конце нашего стрима обязательно напишем, кто победил. И, слушайте, следите за этой премией. Это одна из самых, наверное, важных российских, не хочу сказать ивентов, не хочу повторить слово «премия». Это вот то, куда очень хочется попасть. То, что очень хочется читать, и читать необходимо, необходимо изучать, это то, на самом деле, из чего состоит какая-то интеллектуальная большая русская жизнь, которая не кончается. Значит, на 7,5 лет наговорил наш президент, выступая на какой-то там конференции, что-то там такое сильно молодежное, но Владимир Путин сегодня в четверг назвал войну войной. Это то, за что Яшин получил 9,5 лет. Горинов Алексей, муниципальный депутат, получил 7,5 лет. И 20 тысяч человек с начала войны были оштрафованы, задержаны, посажены на сутки или не на сутки, на годы за то, что называли войну войной и протестовали. И вот теперь и Путин назвал войну войной. «Наша цель – закончить войну», – сказал он. Но указа о завершении войны, окей, специальной военной операции, не было. Ну, войну не объявляли. И знаете что? Я хочу вам сказать про одного человека, которого вы наверняка не знаете. Депутат Юферев Никита Андреевич, муниципальный совет муниципального образования Смоленске, 6-го созыва Санкт-Петербург, уже успел направить обращение во все возможные органы, чтобы Путина привлекли к ответственности за распространение фейков об армии. Вот, собственно, зачем нужны все-таки выборы, даже когда на них побеждает хотя бы 1,5 человека, но это те самые муниципальные депутаты, которыми, в общем, ну, мы гордимся. И вот он послал Краснову, Колокольцеву, министра внутренних дел. 22 декабря 2022 года на пресс-конференции президент Российской Федерации Путин заявил: «Наша цель – не раскручивать маховик
войны, наоборот, закончить эту войну. Вместе с тем, Российская Федерация не начинала никакой войны, в связи с тем, что решение президента Российской Федерации, начали специальной военной операции и так далее. Мы, конечно, понимаем, чем все это закончится. Ничем. Ничем это не закончится. И Путину можно все, нам нельзя ничего. Все это понятно. Но да, войну надо заканчивать. Нужно называть вещи своими именами. Нужно называть войну войной. И нужно говорить о том, кто эту войну развязал. Ее развязал Владимир Путин и его сотоварищи. Но главное, конечно, Путин. А теперь он призывает не раскручивать маховик войны. И продолжает называть украинцев братьями. И продолжает говорить о том, что он спасает мирных граждан Украины. И, честно говоря, вот и пересказывать его противно. И омерзительные вещи он несет. Я все-таки хочу, чтобы ты рассказал эту неприятную новость про то, что происходит с московской хельсинкской группой. И мы к этому еще будем возвращаться. Ну, собственно, ровно через год после закрытия мемориала закрывает московскую хельсинкскую группу. Организаций правозащитных осталось в России не так уж и много. Русь сидящая пока держится. Комитет против пыток довольно давно прикрыли. Надо сказать, что я вчера, например, провела большое совещание с религиозными деятелями в России. Я понимаю, что меня тоже скоро закроют, но я собираюсь теперь быть религиозной организацией. Русь сидящая, мне кажется, это очень хорошо. Меня так часто зовут матушка-настоятельница, что, пожалуй, пора в монастырь. Сделаем так. Мы не уйдем никуда. Тюремная больница. Тюремная больница при ИК-3 Владимирской области. Давайте поговорим об этом. Мы ее на самом деле знаем. Мы ее на самом деле знаем хорошо. Это та самая больница, где держали Алексея Навального. Тогда, когда он сидел еще в общем режиме в Покрове, в ИК-2. И вот туда, в эту тюремную больницу, которую зовут Моторка, туда перевели муниципального депутата Алексея Горинова. Алексей Горинов болеет, мы об этом говорили в прошлый раз. О диагнозе адвокатам до сих пор ничего не сообщили, мы ничего об этом не знаем. Известно только, что Алексею Горинову было плохо еще в момент следствие суда, когда он еще был в московском СИЗО, но он не жаловался и просил на никакого внимания не обращать. Уж раз его и тюремщики засунули в эту больницу, означает, что, конечно, дела плохи. И я напомню еще про эту больничку. Именно здесь фигуранты дела сети, одного из фигурантов дела сети, Максима Иванкина, пытали осенью 2021 года, и заставили подписать признание в убийстве по рязанскому делу. Он об этом говорил, но, знаете, после вот этой знаменитой публикации «Медузы», когда я влез, вошли четверо, из леса вышло двое, уже, конечно, никакого общественного резонанса уже, конечно, не было, и к этому делу уже боятся подходить, несмотря на то, что, конечно, был погашен полностью общественный интерес к этому делу. Тем не менее, само расследование, собственно, убийств далеко-то не сдвинулось. И я напомню, что в основу этого дела легли признания некого болтовца, которого так никто и не ищет, не объявлен никакой федеральный розыск, ничего. Так вот, вернусь к Иванкину, его пребыванию в этой больнице. Активисты числа заключенных ставили его на растяжку и били по затылку и по почкам. Ну и, естественно, угрожали шваброй, то есть сексуальным насилием. И пытки продолжались 9 дней, пока фигурант дела сети не написал явку с повинной. Там ломают руки, ребра, ноги. И это происходит не только в этой тюремной больничке.
Это происходит, как мы знаем, уже и, например, в Саратовской тюремной больнице, и в других больницах, и тюрьмах. И поэтому так люди, в общем-то, легко вербуются, например, в ЧВК «Вагнер» из тюрем. А сейчас еще и женщины, которым, конечно, легче во многом, к сожалению, пойти на войну, нежели продолжать оставаться вот в этих условиях. Как у нас со звуком? Я по-прежнему солирую. Я солирую. Путин, опять Путин. Но это временно, и пока мы с Олегом не обсудили, пока потерпите меня, пожалуйста. Предельный возраст призыва в армию. Шойгу предложил, это было вчера в Ростове. И Путин говорит, ай, как хорошо, надо понимать, конечно, призывный возраст с 21 года до 30 лет. И заодно армию сделаем с 1 100 000 до 1,5 миллионов. То есть получается, что вроде как возраст особо не сдвигается, а армию хотят увеличить, ну, в общем, фактически на треть. И что ж получается? Получается, что у нас пошло, в общем, такое угрожающее число молодых людей. Раньше 27 отставали от них, а теперь будут отставать в 30. Как это говорилось, 28 мне уже, поцелуйте меня вже. Теперь сотни тысяч молодых людей подпадают, причем с самого такого продуктивного возраста, продуктивного и с точки зрения работы, карьеры, создания семьи, у них теперь армия. То есть получается, что молодым людям дают закончить вуз, дают закончить, ну, в общем, фактически бакалавриат. И сразу после бакалавриата, пожалуйста, добро пожаловать в армию. И зачем тогда все это было? Зачем был нужен бакалавриат? Зачем тогда все это было нужно? Зачем эти знания, которые за год, речь идет, наверное, уже о 1,5 годах, все время все больше и больше говорят об увеличении срока службы. Эти знания, которые, в общем, и так при современном состоянии образования, особенно высшего образования, очень печальное это состояние, они, конечно, за год службы в армии превратятся в тыкву. А если это будет еще и война, а война, конечно, будет, поскольку, как мы видим из выступления Путина, Путин вообще ни разу не собирается ее заканчивать. Он говорит, что война надолго. А я вообще считаю, что все это будет длиться лет 20, не меньше. Но вот надо это как-то пережить. Вот, и Путин там заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, а при этом преимущество нашей страны перед всеми остальными – это ядерная триада, ВКС и ВМФ. Ядерная триада, военно-космические силы и военно-морской флот. Тоже мне граф Уваров, православие, самодержавие, народность. Нет, граф Уваров как-то симпатичнее было. А тут ядерная триада, ВКС и ВМФ. Я не знаю. Как-то все такое невкусное. Не починили у нас ничего. Еще 2 минуты. Да, 2 минуты Продолжаем. обещали починить. Продолжаем разговор. 22-й год, да, это война, все время война и ужесточение законов, и наш, уже не хочется говорить, безумный принтер, да, напринимал 653 закона. Это рекорд. И Володин сообщил, что еще я все-таки хотела бы все время делать поправку в связи с тем, что Госдума принимает вот такого рода законы. Поэтому я хочу сказать, что Володин, спикер Госдумы, больше известен по прозвищу Мальвина, вот он сказал, что еще 1319 законопроектов ожидают рассмотрения. А вот хорошенький новенький закон о пожизненном заключении о содействии диверсионной деятельности. За склонение, вербовку или вовлечение лица в совершение диверсии. Что полагается?
Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом или пожизненным лишением свободы. Уголовную ответственность ведут также за обучение диверсии и создание сообществ для их совершения. Давайте вернемся к московской хельсинской группе. Это очень важная вещь. Это действительно важная вещь, и мы начали о ней говорить в контексте просвещения. Но московская хельсинская группа, она занималась, в общем-то, не только просвещением, не только вот этими семинарами, из-за которых, в общем-то, Минюст пытается закрыть. Это мы сегодня еще будем вспоминать про права и свободы, но московская хельсинская группа, она в СССР была, наверное, олицетворением этих прав и свобод, потому что, собственно, даже ее название – это отсылка к хельсинским соглашениям, которые СССР подписал в середине 70-х годов о соблюдении международных гарантий и стандартов в области прав человека. Я попытаюсь еще кое-что добавить вот к этой мысли о массированных атаках большими массами пехот. Мне кажется, что как раз вот этот закон об изменении и продлении сроков призыва, повышении призывного возраста, у нас всегда возраст теперь принято повышать, он, среди прочего, ведет к тому, что пропадает смысл студенческой отсрочки. И это, в общем-то, именно для того, чтобы накопить вот эту массу солдат, которых можно пустить. Тем более, что была на этой неделе информация о том, что российская армия там якобы или не якобы готовит вот эти массовые пехотные атаки на зимнее наступление, там, предполагаемое. Но все-таки я бы хотел привести цитату политика Бориса Вишневского из Санкт-Петербурга, который он написал в своих социальных сетях после появления вот этого и вот этой новости о том, что Минюст подал этот иск о закрытии московской хельсинской группы. Там очень простая мысль. В прошлый раз московскую хельсинскую группу уничтожала коммунистическая власть. Теперь путинская власть решила сделать то же самое руками своих опричников, показывая, что и она, и права человека — несовместимые понятия. Уверен, московская хельсинская группа пережила прежнюю власть, переживет и эту. Минюст попытался закрыть мемориал. Мемориал не закрылся. Мемориал продолжит свою работу, пусть и неформально, пусть и неофициально. И я надеюсь, что московская хельсинская группа тоже продолжит свою работу, потому что, ну, пусть Минюст занимается бумажками, пусть люди занимаются, но люди, настоящие люди, они будут заниматься делом. Я хочу сказать, что я по-прежнему буду вести возвращаться к этой цифре. Почти 20 тысяч человек, без малого. 20 тысяч человек было задержано с начала войны. На улицах российских городов и городков. Это 20 тысяч человек, 20 тысяч отважных, настоящих, честных, смелых российских граждан, которые вышли протестовать против войны. 20 тысяч, вот это, кажется, очень немного. А на самом деле это же какой отважный шаг каждому из них выйти на улицу и сказать, что он думает о войне. И мне хочется все время говорить об этих людях, о каждом из них. Но я бы очень хотел здесь добавить две мысли. Первое, 20 тысяч человек – это больше задержанных на протестах, чем когда бы то ни было в российской истории. Ну вот в современной российской истории, там, которая идет с 91 года. Это самое большое количество людей, которых власть подавляла, да. И вторая мысль – это действительно настоящие люди, и мне почему-то вспоминается библейская история, когда Господь сказал Аврааму: «Найди в этом городе 10 праведников, и этот город будет спасен». Это про то же самое история. Все-таки я очень рад, что в России нашлись эти 10 праведников, 20 тысяч праведников. Но я напомню, что это был Содома и Гоморра. Это, пожалуйста, к специалистам по Содому и Гоморре, это вот к Володину и вот этой всей компании. Они много чего знают, умеют, любят и принимают всякие законы. Вот, кстати, о принятии законов. Мы же все помним о милейших собачек с георгиевскими ленточками на хвостиках, там, на ушках, там, где бы то ни было еще, там, я не знаю, там, на сумочках, на причинных местах и так далее. И это делали, в общем, совсем не из хулиганских или оппозиционных побуждений, наоборот, из любви к георгиевским ленточкам и так далее. У нас теперь штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет за осквернение георгиевских лент.
Я вообще не очень хорошо представляю, как их можно осквернить. Я напомню, что эту штуку придумала пиарщица Лосева. Пиарщица, как это, агентство печати новости, сейчас как называется, РИА Новости теперь называется, да. И, собственно, это выдуманная вещь, абсолютно выдуманная вещь, несколько лет назад, которая была просто выдана за какую-то историческую там преемственность или что-то еще. Это абсолютно такой пиар-продукт, стыренный, свистнутый, так же, как и «Бессмертный полк» был стырен в Томске, да, и превращен в абсолютное антиподобие, антисущность, да, совершенно выхолощенную. Точно так же эти георгиевские ленточки не имеют отношения ни к чему, ни к героизму, проявленному действительно там воинами в разных боях, ни к патриотизму, ни к любви к родине, ни к чему. Это имеет отношение к этой сучке Лосевой. И больше ни к чему. Очень такая православная барышня, сил нет никаких. Ну, извините, что я так выражаюсь. Да просто из-за этого еще платить 5 миллионов рублей за изготовление пиар-отдела Киселева с Симонян. Это потрясающе. Так, ну что еще? Что еще? Всегда коробило вот это использование георгиевской ленточки в качестве какого-то украшения, там на машину повязывали, там на антенну. Потому что, в общем-то, изначально георгиевская лента давала за ранение, полученное в бою. И, ну, когда человек просто буквально проливал кровь. И действительно, после этого начали повязывать собачкам, раздавать в детских садах, там, я не знаю, ну, и это выглядело ужасно. И была вот в этой новости, и мне почему-то опять же вспомнилась вот эта эпоха конца 19 века, откуда, собственно, идет вот эта георгиевская лента. Вот эта фраза о том, что у России есть теперь ядерные отряды ВКС и ВМФ, это на самом деле такой парафраз высказывания императора Александра III, который сказал, что у России есть два союзника, армия и флот, но у императора Александра III есть огромное преимущество, при всем том, что он делал в России как бы нехорошего, и Путин во многом берет с него пример, но я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович взял с него пример в том, что при Александре III Россия не вела войн никаких, совсем как бы. И из-за этого прозвали миротворцем. Ну, Владимир Владимирович, это точно не грозит, потому что все, вот, все эти 20 лет Россия с кем-нибудь довоевала. Непонятно, правда, зачем. Ну, надо сказать, что и цитата такая спариваемая моя, и плюс ко всему, она так довольно бессмысленная. Если мы подставим туда любые другие два слова, тоже будет складно. Там, у России есть только два союзника, водка и пиво. Ну, условно говоря, да? А в 20 веке у России есть два союзника, Чейн и Стокс. Сколько угодно можно... И они будут, между прочим, ничуть не хуже Александра Третьего. Ничуть не хуже, вот Чейн и Стокс, шарфик-табакерка, так прям даже, скажем, и лучше. Ждем-ждем. Ну и плюс ко всему, помимо того, что нельзя теперь георгиевские ленточки повязывать, я не знаю, там, причинное место, я не знаю, и ходить в таком виде, я не знаю, вокруг парка культуры, показывая это все пиарщикам РИА Новости, господи, как это сейчас называется, даже не напоминай мне об этом, но еще и большая будет проблема с картами. Штраф до 1 000 000 рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России. Я никогда в жизни не видела карт, которые с кем-нибудь спорили. Но, ну, это карты. Они не спорят. Это карта. Учитывая то, что границы России пролегают, никто не знает, где находятся границы России, причем включая тех, кто рисует текущие карты, ну, я бы опасался, вот, теперь я бы очень боялся, если бы я был учителем истории или географии, потому что где сейчас проходят границы России, какие территории там, что там можно оспорить, непонятно. Начинается земля, как известно, от Кремля. Где кончается любого. Земля, неизвестно никому. Я не знаю, будут ли теперь наказывать за использование Google карт, которые тоже могут там с чем-нибудь поспорить, с Яндекс.Картами, например. Ну да. А при этом мы, в смысле мы, ты же после Крастелёва уже так особо не скажешь мы, Россия, может оказаться в ряду африканских и азиатских диктатур, где геев казнят.
Появление в Уголовном кодексе статьи о сроках за пропаганду ЛГБТ-ценности открывает этот славный путь. Опыт Чечни, где геев преследуют именно так, а в общем даже еще хуже, и подвергают их, так сказать, несудебным казням, предложила изучить глава комитета Госдумы по семье Нина Останина. И предложил вот этот чеченский опыт распространить на всю территорию Российской Федерации. За повторную пропаганду нетрадиционных отношений предложено сажать на 5 лет. Ну, сейчас в мире порядка 60 стран, где гомосексуальное поведение наказуемо. И вот, судя по всему, Россия вливается мощной струей в эти 60 стран, которым есть дело до того, как трахаются граждане. И я не думаю, что распространение замечательного чеченского опыта, равно как распространение опыта, например, несудебных казней ЧВК «Вагнер», приведет Россию к каким-нибудь победам, достижениям. И уж тем более, где вряд ли воцарится вот то домостроевское чудо, о котором так мечтает, не знаю, там, Мизулина, Останина, как они там еще называются. Да не мечтают они об этом на самом деле. Вот зачем они это делают? Вот зачем? Вот чем, чем Останины мешают геи? Не можешь кто-нибудь объяснить? Нет, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что в моей картине мира то, чем два человека занимаются между собой по взаимному согласию, никого, кроме этих двух, трех, восьми и там остальных людей просто не должно касаться. И мне кажется, что все эти законы, они принимаются для того, чтобы можно было кого-нибудь ненавидеть. Ну, то есть, вот это просто указание, давайте ненавидеть геев. И там, давайте ненавидеть тех, кто говорит слово «война». Хотя после вот высказывания Путина, ну, не знаю, наверное, давайте и его теперь будем ненавидеть. И самое смешное, что вот попытка распространить опыт Чечни на другие российские регионы привела к большой тревоге в таком регионе, который называется Еврейская автономная область, потому что на флаге этого региона радуга, и губернатор этого региона на этой неделе специально оправдывался, что это вот не та радуга, которая пропагандирует что-то, это совсем другая радуга. И вот вы посмотрите, не перепутайте эти две радуги, это было довольно забавно. Но, прости, пожалуйста, я вспомнила, хоть у нас все очень, все плохо, все ужасно, нет просвета, я по этому поводу вспомнила старый анекдот, я его очень люблю, когда пожилой дядечка идет по улице, поднимает голову, а там после дождя, солнца, радуга, говорит, вот на это у них деньги есть. Я так ворвался, наконец-то мне починили звук и дали говорить, но я предлагаю посмотреть одно видео. Давно мы ни одного еще видео не посмотрели. Это прекрасное видео, в чем-то связано, конечно, и с радугой. На Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора, Всемирного Русского Народного Собора депутат Госдумы Дмитрий Певцов возмутился, что высшая ценность в нашей Конституции по-прежнему права и свободы человека. Ну, я даже не хочу вот эту цитату зачитывать, потому что это лучше просто смотреть вот на Всемирный Русский Народный Собор. С Конституцией, хотя она сейчас изменилась, но Конституция написана в 93-м году нашими врагами. Так получилось. До сих пор во второй статье говорит о том, что высшая ценность человека его – это его права и свобода. Я-то считаю, что высшая ценность для нас, для россиян – это, конечно, вера, семья и отечество. И, к сожалению, там же, в этой Конституции, запрещена государственная идеология, которая сейчас, ох, как необходима. И среди тех, кто сидит в этом зале, сидит в президиуме, эта идеология есть. Ее не надо называть. Есть русское слово «совесть», есть православная вера, есть мусульманская вера, которая ставит границы морали и нравственности. Это и есть идеология, наука об идее. Ее надо возвращать на государственном уровне, я в этом убежден совершенно. —
Ну, вот такое возмущение у Дмитрия Певцова было правами и свободами, и, конечно, он тоже попытался скосплеить графа Уварова, но когда я посмотрел это видео, я произвел небольшой ресерч, так называемый, да, мне просто стало интересно, а когда уже у нас вот это вражеское влияние это началось, потому что вот он говорит про 93-й год. И я выяснил, что, например, в Конституции СССР, про которую, в общем-то, правозащитники говорили, обращаясь к советским властям, просто соблюдайте вашу конституцию, права и свободы. Права упоминаются 17 раз, а свободы аж 27 раз. Я решил немножко отмотать историю дальше и прочитал манифест 17 октября, которым, в общем-то, в России началась хоть какая-то демократия. И вот в этом манифесте, он очень короткий, там меньше одной печатной страницы, и там упоминается один раз про право и два раза про свободы. Ну ладно, думаю, здесь, наверное, вот какие-то злые англосаксы уже подействовали на Николая II. Я дошел до соборного уложения 1649 года, который вот богоданный царь Алексей Михайлович, насколько я помню, тишайший, составлял. И даже там слово «свобода» упоминается аж 12 раз. Вот какие вот враги, по версии, естественно, Дмитрия Певцова, вот влияли на Россию вот так много времени. Сергей, хочется спросить, если он такой умный, чего он в строй не ходит? А совести у него нету. Что ищет человек эту совесть? Ну и как вот, я все ждала реакции зала. Мне все время казалось, что зал, который показали, да, что он офигел. А нет! Бурный положительный аплодисмент. Видимо, в зале не было ни одного иудея, судя по всему. Что он сказал, что православная вера и мусульманская вера достаточно. Нет, ну нам-то атеистам вообще податься некуда. Это понятно. Мы только в религиозные организации собираемся, больше никак. Несколько буддийских регионов есть. Хорошо. Наверное, депутату Певцову нужно посмотреть на карты, которые там ничего не оспаривают. Где ж такие взять? Где ж такие взять? Как ты проведешь? Какую карту не купи, там вот вокруг Запорожье, Херсона, там какая-то хиромантия, потому что непонятно, где кончается земля, неизвестно никому. А вот Певцову известно. Так, ну что же, про библиотеки. Я всегда вообще в свою дуду, я все время занимаюсь исключительно пропагандой всяких нехороших вещей. И не только я, как выяснилось, вместе со мной. Оксана Васякина, Джон Бойн, Мураками, Стивен Фрай, Лимонов, учебник по сексологии. Это список книг, это причем так, это новый список книг, которую в прошлую пятницу спустили московским библиотекам. И они подлежат удалению с полок. И эти книжки нужно убрать по неким другим причинам. Ну, Мураками-то за что, господи, это же как бы чтение такое. Вы еще Пабло Коэльо уберите. Хотя, что я подсказываю-то? Не слишком я по Мураками-то прошлась? Ну, извините, пожалуйста, товарищ Мураками. Я так понимаю, что эти книжки должны подлежать списанию уничтожению? Да, списанию уничтожению. Там вот в том документе, который мы показывали сейчас, там так и написано, что это списание этих книг просто не должно в библиотеках. То есть здесь речь идет не о том, чтобы просто убрать их и сделать доступными там в читальном зале или по спецпропускам, там советский опыт использовать. Это книги, которые все в макулатуре в переработку. И это уже не советский опыт, это опыт, наверное, каких-то других интересных государств. Да, и мы их знаем. Тем временем сотрудника «Газпрома» и «Роснефти», и не только сотрудникам «Газпрома» и «Роснефти», но и их ближайшим родственникам вообще запретили выезжать за границу. То есть таким образом их приравняли к силовикам, к госчиновникам и так далее, и так далее. Знаете, я помню еще время, причем это было меньше 10 лет назад, когда я приезжала в какую-нибудь далекую северную зону, и мы трепались там с какими-то тюремщиками, с овсинщиками, куда они поедут в отпуск. А тогда у них были загранпаспорта,
им было положено раз в год оплачиваемый отпуск за счет государства. И они поэтому брали самую дальнюю точку. И поэтому Доминикана, Коста-Рика была облюбована российскими ментами, ФСБшниками, псинщиками. Вот у них там был отпуск с женами, чадами, домочадцами. Потому что это максимально удаленная точка. Ну, все же жадные, никто же не будет ехать в Анапу, да, если можно поехать в Доминикану. И кому это мешало? Потом решили, что нет, в Доминикану они ездить не будут, вообще с границей ездить не будут, а то в Доминикане не могут разболтать наши военные секреты, как у нас там, я не знаю, замки на свинарниках устроены в зоне номер 13 Пермского края, там, я не знаю. Что они там могут еще разболтать? Потом взялись за госчиновников, теперь еще «Газпром» и «Роснефть». Но я напомню, что это, в общем-то, вполне себе коммерческие организации. Им, чтобы как бы нефтью торговать и газом, надо как-то куда-то выезжать. Это, видимо, надо будет первый отдел возвращать. А он, кстати, не возвращен, первый отдел еще. Первый отдел на предприятиях, через который надо оформлять паспорт, проходить проверку, что ты хороший, что ты можешь ехать в переговоры, я не знаю, в польский город Лодзь, и там не сдашь никаких секретов. Не знаю, но это... Наверное, тоже можно сделать такое прекрасное выражение. У России есть два союзника, нефть и газ, и кто про них что-то знает, те из России никуда не уедут, а то вдруг что разболтают. А мы снова возвращаемся вот к цифрам. Мы уже назвали вот эту цифру 20 тысяч человек, задержанных Россией за участие в антивоенных акциях с 24 февраля. И я бы хотел немножко конкретизировать вот эту статистику. Среди этих 20 тысяч человек 8 469 женщин и 10 303 мужчины. Всего в отношении людей, которые делали антивоенные высказывания, возбудили более 5000 дел об административных правонарушениях. И 378 уголовных дел, точнее, 378 человек стали обвиняемыми по уголовным делам, причем среди них семеро несовершеннолетних. Вот самые популярные среди силовиков это статьи, это фейки про российскую армию, вот 124 человека по версии следователей стали фигурантами таких дел, да, вот какую-то неправду говорили, наверное, про Бучу какую-то неправду говорили или про Мариуполь. Это я не могу подобрать слово, вот наказание за слова, наказание вот за фейки. Мы в прошлый раз обсуждали закон о защите русского языка, но вот слово «фейк» у нас по-прежнему такое, довольно популярно остается. Так это они же обсудили, люди... побежали дальше. Это же мало что приводит к... Георгиевской ленточке, наверное, да. Да, да, да. И этот маховик, этот процесс не остановится, потому что Я уверен, что российские силовики, они будут, что, ну, самое, не знаю, самое страшное, да, вот если есть вот эти там сотни дел, то это же палки. И в следующем году эти палки надо снова делать, чтобы там норматив выполнить и перевыполнить. Но при этом я верю, что люди в России, вот эти 20 тысяч человек, еще 20 тысяч человек, все-таки будут выступать против войны, будут говорить о том, что война — это преступление, что ее необходимо остановить. И мне кажется, что рано или поздно это встречное движение закончится тем, что люди, выступающие против войны, докажут, что они правы. А вот те, кто говорит о фейках, нет. А вот скажи мне, а вот Путин сейчас заговорил примерно то же самое. Теперь Путин говорит, давайте остановим маховик войны. То остановить маховик войны очень просто. Для этого надо просто... Вот он верховный главнокомандующий. Ему достаточно издать один приказ. Мы уходим. И все. Как только российские солдаты уйдут с территории Украины, как только российские ВКС, ВМФ, там, я не знаю еще что, перестанут бомбить
украинские города и села. Вот тогда война закончится моментально, за один день. Нет, у меня другой вопрос. Вот Путин как сломанные часы, которые два раза в сутки показывают верное время, да? И вдруг он говорит то же самое, что думаешь ты, что думают все вокруг. Надо остановить войну. И да, и тут вы с ним совпадаете. И думаешь такая, ух ты, как это я совпала с Путиным, а Путин со мной? Алло, как это? Он что, становится при этом здесь в самом важном, что война должна быть остановлена? Он что, становится здесь нашим, простите, союзником? Я недавно прочитал книгу французского, господи, швейцарского драматурга Фридриха Дюрренмата. Она называется «Зимняя война в Тибете». Это очень антивоенная книга, и я находил в ней очень много таких предсказаний. Это очень таких четких совпадений. Эта книга, она такая немножко постапокалипсис. Она рассказывает о мире, который пережил Третью мировую войну, при этом правительство вот страны, откуда происходит герой этой книги, это Швейцария, кстати, 5000 человек, вот, правительство, там какой-то аппарат, обслуживающий персонал, они заперлись в бункере под швейцарскими Альпами. И оттуда президент Швейцарии, ну, книжный, вещает, и то, что он говорит, мы готовы начать мирные переговоры, мы готовы начать мирные переговоры. Его страна, окружающие страны, весь мир лежит в радиоактивных руинах, и этот человек говорит о мире. Мне кажется, что Владимир Владимирович говорит вот о таком мире. Возможно. Давай вернемся к просвещению. С начала войны из российских вузов отчислили более 60 человек по политическим мотивам, сообщает Докса. А вот согласно исследованиям полигона на войне, специальной военной операции, окей, больше всего гибнут совсем молодые люди. Значит, чемпионы, извините за это выражение, погибели 21-23 года. Не ходите на войну, сколько бы вам ни было лет, не ходите на войну. И здесь еще одна новость, которая тоже вот случилась на этой неделе, это создание путинской пионерии, движения детей и молодежи. Для него наконец-то выбрали движение первых, и вроде бы это как съезд этого движения решил, и для него определили миссию. И миссия звучит так, вот ее сформулировали следующим образом: быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми. В обращении... Да, вот именно здесь как раз Путин сказал эту фразу: мы сможем сделать мир более справедливым, таким, где все народы по-настоящему равны. И заявил, что все перемены в лучшую сторону. Но когда мы сегодня начали обсуждать и вот вспомнили про вот эту тактику массированных атак и метод преодоления минных полей имени маршала Жукова, я подумал, что, наверное, именно про это вот это движение молодежи, ну, то есть идти первым, там, мины, окопы, там, пулеметы, вперед, давай, с Россией вперед. Первый. И как раз, наверное, выпускники этого движения, вот в 21 год они попадают в армию по новым как бы нормативам, а до того, как им исполнится 23, они из этой армии уже не вернутся. Да, вот в Бердянске, а покажите нам просто картиночку про Бердянск, зато теперь предоставляют скидки на гробы для военнослужащих. Зато вот такие удобства. Зато вполне есть удобство. При этом у нас есть еще одна новелла. Теперь заключенных собираются приравнять к обычным военнослужащим солдатам. С таким требованием обратился к депутатам кто? Ну, разумеется, Евгений Пригожин. И это произошло после того, как, разумеется, он в очередной раз пособачился с губернатором Питера Бегловым, разумеется, а пособачился он из-за того, что питерские власти отказались с почестями похоронить заключенного, который погиб на войне, какой-то был особо он одаренный. Володин при этом, спикер, значит, внимательно выслушал Пригожина и сказал, что на фронте все равны. То есть Беглов опять проиграл. И нужно сделать все, чтобы отдать...
А может быть, мы сейчас посмотрим видео с могилы заключенного, убитого на войне с Украиной? Ольга, мне кажется, что вот она как раз, она иллюстрирует, это видео иллюстрирует вот это. Обратите внимание на надписи на ленточке, мы тут же это видео смотрели, поэтому я заранее говорю, посмотрите на надписи на ленточках, покажите нам. Флагов нет, пинков от администрации нет, от воинских частей нет. Но есть сюрприз от братвы. Братва рулит. Ну что ж. Ну, зато честно. Наверное, зато честно. Зато честно. И мы знаем про этого человека. Знаем про этого человека, что он был, так сказать, авторитетным криминальным человеком. У него, да, есть фотографии, обратите внимание, со всеми воровскими, ну, то есть из высшей воровской иерархии татуировками. Вот здесь вот, видите, на плече у него воровская звезда. И все, что вокруг, и на руке, и на груди, все говорит о том, что этот человек прошел очень большой лагерный путь, тюремный путь, и перед нами такой, в общем, вполне себе махровый представитель именно братвы. Еще одна новость, которая связана с местами лишения свободы, она пришла, насколько я понимаю, из Свердловской области. Депутат ЗАГС Собрания этого региона Вячеслав Вегнер обратился к... Он рассказал о том, что к нему обратились несколько женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии номер 6 Нижнего Тагила, и они попросили отправить их на войну в качестве связисток, врачей и медсестер. И вот этот депутат Вегнер попросил Евгения Пригожина рассмотреть данное обращение. А Пригожин ответил устами своей пресс-службы, и вот сообщение было следующее. Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем. А я не сомневаюсь, что так оно и будет. Знаете, с самого начала войны, потому что в русидящие, конечно, очень много пишут людей, которые почему-то собираются отправиться на войну и считают, что мы в этом можем помочь. А мы отвечаем очень жестко, все жестче и жестче. И надо сказать, что писем из женских зон было много, и есть много, именно с просьбой помочь отправиться на войну. Я по-прежнему говорю и буду говорить, что в этом очень мало идеологии, в этом идеологии нет вообще. Просто очень многим людям кажется, и кажется, к сожалению, закономерно, что в любом месте на свете лучше, чем в российской зоне. Особенно в женской, кстати, сказать. Особенно в женской. Тем не менее, для многих это еще и сменить не только карту местности, но и карту жизни, потому что Владимирский централ и ветер северный, и все мы знаем эти строчки, любая учительница младших классов продолжит: какой ветер, этапом откуда, из Твери. Михаил Круг, которого мы знаем все, люди русскоязычные, хотят они этого или не хотят, Михаила Круга знают. И известно, что он был убит. И один из его убийц, возможно, фоточку, Александр Агеев. Он участник такой тверской довольно беспредельной банды. Он отправился, он уже записался в ЧВК «Вагнер», и либо уже отправился, либо в ближайшее время будет отправлен на войну в Украину. Надо сказать, что со многими знаменитыми убийцами это произошло. Например, до сих пор никто не может найти, где же убийца Немцова, осужденный за, собственно, непосредственное убийство. И очень сильно похоже, что они, ну, на фронте или утекли каким-то другим образом из тюрьмы, что называется, под шумок. Ну,
Вот люди, которые агитируют за отправление там других людей на войну, которые готовы отправлять людей на смерть, они очень много говорят о традициях, о возрождении каких традиций. Вот и Евгений Пригожин тут вот в этом ответе его пресс-службы про традиции говорил. А вот, насколько я понимаю, в Белгородской области солдаты пожаловались на то, что другая традиция не соблюдается. Давайте мы посмотрим это сообщение. К сожалению, я сейчас не могу его прочитать, такое маленькое, но там речь идет о том, что солдаты жалуются, что им не дают обещанные 150 грамм водки. И предполагают, что эти спиртные, ну, вот спиртные напитки, которые якобы положены мобилизованным, кстати, это люди, которые еще не ушли на фронт, они еще находятся в каких-то там полевых лагерях, наверное, все это спиртное выпивает руководство. И они так спрашивают, а где же наши наркомовские 100 грамм? Они нам нужны вроде как и не для того, чтобы нажраться, а так для поддержания тонуса, для поддержания себя в форме. Ну, это, насколько я знаю, вот эти наркомовские 100 грамм выдавали перед смертельными атаками, чтобы снизить страх перед, ну, перед практически неизбежной смертью. И возрождение таких традиций само по себе это чудовищно, а возрождение их еще и в тылу, ну, это что-то с чем-то. Хотя российская армия, она, ну, скажем так, широко известна в узких кругах обильным потреблением спиртных напитков командным составом. Ну, зато сейчас можно поговорить о шибалетах, сделать умное лицо и поговорить о шибалетах. Что такое шибалеты? Что такое шибалеты? Это специальные слова, которые, ну, мы не можем произнести, потому что мы носители там другой фонетики. Ну, известно совершенно, что половина народов мира, если не больше, не могут произнести русское «ы». Да? И слова с большие проблемы, там, англичан, французов, со словами там «цыпленок», например, да. Вот такой очень-очень русский звук. А русские не могут произнести очень много белорусских слов. Или знаменитую «поляница». Я старалась, это не вышло. Я понимаю. Так вот, на улицах Иркутска появилась реклама телеканала «Звезда» с предложением поиска шпионов вокруг себя именно с применением как раз шибалетов. Вот этих самых слов, которые вражеские шпионы произвести не могут, если они носители другой фонетики. И предлагается использовать, то есть подходишь к какому-нибудь там мужику или к девушке на улице, говоришь, скажи «Сыктывкар». Не говорит «Сыктывкар», все, точно шпион. Зовите ментов, зовите ФСБ. «Сыктывкар» и «Башков...» Так, «Башкортостан». Башкортостан. Константировал инцидент с интендантом. Геолог Георгий, герой Георгий. Токарь Рапопорт пропил пропуск, Рашпиль и Суппорт. Башкортостан. Опа! Учите шпиона, пока я жива. Это довольно забавная действительно новость про Сыктывкар и Башкортостан. Но меня в ней очень напугала вот фраза на плакате, потому что там речь идет не о каких-то потенциальных украинских там шпионах или там, не знаю, там засланцах НАТО. Там речь идет, там, если вы обратили внимание на фотографию, там написано «Проверь друга на шпиона». А можно и еще вот раз это... фотографию дать? Да, посмотрите, пожалуйста. Вот. «Проверь друга одним словом». Да. И меня... И вот мне кажется, что именно с помощью таких якобы юмористических штук в нашу жизнь возвращается вот эта, я не знаю, паранойя, которая существовала там в сталинские времена. Потому что у нас вот теперь закон о диверсиях, да, вот даже много судили японских там диверсантов, шпионов там и так далее, там немецких, японских, там английских, польских, там всех остальных. Здесь вот... В Иркутске друзей, значит, на шпионов проверяют.
Вообще вот эта вот такая ползучая сталинизация, это очень плохая тенденция, которая вот в 22-м году особенно усилилась, и в этом отношении меня очень неприятно поразила новость из Волгограда, где комиссия какая-то по культуре Волгоградской областной думы начала рассматривать, она решила провести опрос граждан на тему того, согласны ли они, желают ли они возвращения исторического названия города Царицыно, название Сталинград. К счастью, к счастью, в Волгограде нашлись люди, которые решили показать, что нет, мы этого не хотим, создали петицию, и они намерены эту петицию отнести вот в эту комиссию, чтобы сказать, ребята, нам вот Сталин тут просто не нужен. Ну вот еще одна, кстати, региональная новость, и она тоже, в общем-то, про такие сталинский эффективный менеджмент, если можно так сказать. В правительство Сахалинской области потребовало от глав районов изъять у госслужащих удостоверения об отсрочках от мобилизации. По сути дела, вот эти удостоверения позволяли людям, ну, как-то отбрехиваться, как-то отвечать людям, которые приходят к ним с повестками, что они, в общем, ни на какую войну идти не собираются. Вот теперь у них эти удостоверения изымают. И по закону, в общем-то, это предпринимается в двух случаях. Но поскольку у нас у мобилизации, как у России, нет конца и края, то, видимо, речь идет о возможных аннулированиях отсрочки. Там сахалинское правительство потребовало сверить наличие бланков строгой отчетности с военкоматами, под бланками понимаются как раз вот эти удостоверения об отсрочках. И здесь, опять же, может идти речь ровно о том, о чем мы говорили, когда говорили вот об увеличении призывного возраста и о массированных атаках, об увеличении армии, что, в общем-то, новая волна, она не исключена, назовем это так. Есть новая мобилизация волна. Начала, нет мобилизации, нету мобилизации конца. Но его так и нету, потому что никакого указа юридически у нас вот эта частичная якобы мобилизация, она так и продолжается. А пока она продолжается, происходят всякие разные акции поддержки для мобилизованных и немобилизованных. Ты опять про танки? Нет, я не про танки, я про мясо банки. Для бойцов. А, мясо. Нет, и даже не про банки, я про мясо. Банки, да. Про банки обязательно потом. Какое-то чудовищное название «Мясо для бойцов». Эту акцию организовала администрация Шилкинского района Забайкалья. И смысл в том, чтобы разнообразить рацион солдат, ну, в общем, какую-то белковую пищу, наверное, им просто привезти. Глава района вот, Шилкинского Сергей Воробьев говорит, мы нашли производителя мясных консервов, который согласился это мясо перерабатывать, тушенку будет гораздо легче доставлять на передовую, она лучше хранится в походных условиях, ее удобнее есть. Ну, в общем-то, там собирают мясо из подворья, там с местных жителей, вот, перерабатывают тушенку, отправляют на передовую. Но если речь идет о том, чтобы разнообразить рацион солдат, получается, что вот у России не хватает мяса, не хватает пищи, вот, в общем-то, для людей, которых она отправила умирать. Видимо, именно потому, что недолго им там жить. Ну, как обычно, давайте вспомним, оклеветанную, кстати, сказать, Марию Антуанетту с фразой «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Она этого не говорила, но исторический анекдот, да, тем не менее. Ну вот да. «Мясо для бойцов» — это акция, она задокументирована. Это да, не хуже, пирожное. Чем пирожное «Мясо для бойцов», да, вполне такое же. Ну что ж, про банки. Давай про слушаем банки. Про объявление. Про банки. Опять же, в Забайкальском крае вот такое объявление появилось. Срочно нужны жестяные банки. Вот, наверное, опять мелко написано, я попробую это все прочитать. А мы с волонтерами делаем свечи для наших бойцов. Парафин заливаем в банки, в последующем бойцы их вставляют в окопную печь, которую разработали, производим и отправляем на фронт. Банок не хватает, нужна всеобщая помощь. Объявляю сбор жестяных банок только из-под консервированной кукурузы, зеленого горошка, тушенки. Они по размерам подходят к печам. Пожалуйста, вскрывайте банки аккуратно, чтобы никто потом не порезался.
В нашем гардеробе на первом этаже установлены коробки для сбора. Все холоднее становится на улице, все нужнее становятся такие переносные печи для обогрева на фронте. Ждем первую коробку в понедельник, 12 декабря, далее постоянно. Вместе мы сила. Вот, исполнитель Ванчикова, вопрос 619 кабинет. У меня в 619 кабинет есть только один вопрос. Вот, чтобы никто не порезался и вообще не пострадал, нужно, чтобы война закончилась. И закончилась не так, как, видимо, это видит президент Владимир Владимирович Путин, а так, вот как мы и говорили, остановить и вернуть солдат. Все будут живы, никто не порежется. Зато командир назвал никчемной женщиной одну барышню. Расскажешь, а то мне прям как-то это неловко за командира-то. Ой, да, это... Это у нас, это у нас... Тюмень. Да, это Тюменская область. Я боюсь это даже зачитывать. Вот, жена Тюменского мобилизованного. Жена Тюменского мобилизованного, да. Потребовала выплатить зарплату мужу. Она осталась с двумя маленькими детьми, когда ее муж мобилизовали. Это, в общем, очень типичная история. И такие, ну вот мы в прошлый раз смотрели видео из Дагестана, где женщина там с четырьмя детьми, ее пришли бойцы Росгвардии как-то осчастливить после того, как ее муж погиб. Так вот, она спросила, как бы, что у нас с выплатами, и вот как ей ответили. У нас фото есть. Да, у нас есть вот фото, вот это фото. У нее спросили, знает ли она, что такое офицерская доблесть и честь. Она ответила: знаю, у меня мама офицер, не пошла туда, потому что ее муж опередил, и я остаюсь с двумя малолетними детьми одна. И вот ей замечательный руководитель отвечает, что... Товарищ майор. Если так скажу, само собой, наводит на нехорошие мысли, нормально будет, никчемное. Вы не обеспечили хороший тыл. И вот эта обязанность обеспечивать хороший тыл, это, видимо, замена правам и свободам, от которых так тошнит депутата Певцова. Да, но при этом еще майор пообещал создать проблемы ее супругу и проверить, не дезертир ли он. А? И это все просто за то, что женщина, в общем-то, ну это нормальная просьба, она одна с двумя детьми. В конце концов, семье нужны деньги. Но она никчемная женщина. Она не может, не знаю, голодать в тылу. Перенесемся в твой родной Воронеж. Там, конечно, как обычно, там, как по всей стране, в поддержку войне лепят из снега танки. Давайте уже покажем видео этого танка злосчастного. Он даже чем-то стреляет таким празднично. В окно нахуй. Тихо. Ну, там даже уже повтор идет. Да, это повтор. Пошел повтор. Алло. Ну вот. Вот что? Поддержка. Чего-то еще жалко. Я видел не одно такое видео вот с этими танками, со снеговиками с буквы Z там, и так далее. И здесь танк еще и стреляет. Воронеж вообще у нас в городе любят называть городом куража. Вот так сейчас выглядит воронежский кураж. Но когда я посмотрел это видео, я понял, что я абсолютно точно знаю, сколько в России длится историческая память. Она длится ровно 79 лет. Потому что Воронеж, он находился на линии фронта во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой. И Воронеж был разрушен почти полностью. 9 из 10 домов Воронежа, они просто перестали существовать. И если посмотреть на фото из Мариуполя и на фото из Воронежа, там, 43-го года, найти не очень много отличий можно. И через 79 лет у нас в Воронеже, вот когда я был маленький, я жил рядом с лесом, и мы ходили в лес, и, в общем-то, мы там находили следы войны, мы находили там немецкие, советские, там каски, вот эти вот орлы, звездочки.
там карабины, там заржавевшие, там пулеметные ленты. У нас в Воронеже была абсолютно дикая история, когда школу построили, когда рыли котлован, не заметили авиабомбу. Выяснили, что под школой лежит авиабомба, там, через, там, я не знаю, через там, 75 лет просто после того, как война закончилась. И вот в этом городе, в городе, который был уничтожен, в Воронеже очень мало исторических зданий. Вот, вот этот фанатизм от войны, фанатизм вот от этих стреляющих танков, мне просто больно на это смотреть. Еще мне больно вспоминать, что Воронежский фронт, который, в общем-то, освобождал там, правобережную часть Воронежа, он потом назывался Первый Украинский. И потом он освобождал Украину. И он приносил в Украину мир. А сейчас вот стреляют танки, и в Украину российские солдаты приносят войну, как сказал Владимир Владимирович. Мне правда больно на это смотреть. Я немножко расстроился, извините. Тогда поедем в Читу. Поедем в Читу. Ты был в Чите, я была в Чите. Кстати говоря, милейший город. Столица декабризма. Китай близко. Я помню, там ходила с каким-то начальником по каким-то там делам тюремным. И он мне жаловался на Китай. Говорит, видишь плитка китайская. Вот на нем написано, на этих плитках там какие-то буковки были, иероглифы какие-то были написаны. И вот тут написано, вот на этом, на всем, что... Мы, китайцы, скоро завоюем Сибирь. Думаю, ничего себе, значит, сфоткал эту плиточку, послал там всяким переводчикам этим. А там, естественно, написано, что путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага, да? Что это должно быть написано на плиточке. Вот как это в голове это все вот выдумывается? Это вот Чите. Мы показывали в прошлый раз солдат изо льда, и таких вот пластиковых солдат в центре города. Следами не залазилось, у них сразу оторвали автомат, а потом куда-то все исчезло. Но теперь зато к пластиковым солдатам, чтобы они там как следует стояли, приделали пластиковых же детей и женщин. Дайте покажу фоточки. И это обошлось бюджету в 400 тысяч рублей, ну почти в полмиллиона. Вот обошлись пластиковые солдаты, и их планируют использовать... повторно объясняет этим там стоимость, да, что они вот пластиковые и такие дорогие, но просто будем их использовать всю жизнь, вот сколько бы они стоят, столько и будем использовать. Ну и кроме того, значит, естественно, город украсили сейчас Деда Морозы, зайчики, снегурочки, снежинки, которые выступают за специальную военную операцию, за своих. А иначе теперь... Да, интересно, что там с плиткой... с иероглифами. Я думаю, что с плиткой все хорошо, потому что другой-то нет. А вот интересно, сколько эти новые солдаты простоят в Чите, учитывая судьбу ледяных солдат? Можно ли их будет потом повторно использовать? Если, ну, у людей же очень короткая память. Никто же не спросит через год, а куда вы дели 400 тысяч рублей этих солдат. Я думаю, что через год, я очень надеюсь, вот это вот, как говорит Путин, маховик войны куда-то все-таки денется, да, и читинские власти будут страшно возмущены и будут ловить людей, которые поддерживают войну, например, и устанавливают пластиковые фигуры солдат в городе. Какой ужас! Это что ж вы, кровопийцы, делаете? А вот в Карелии сейчас, в клубе «Южкозерские ремесла», дети и взрослые совместно лепят снеговичков. Ну, и, конечно, снеговики военные. Покажите нам их, пожалуйста. Эти снеговики – командиры, солдаты и медсестры. А на груди у каждого вот эта вот самая пресловутая буква «Зю». Скоро праздник, и наша боевая команда снеговичков готова дарить хорошее новогоднее настроение нашим защитникам и их родным, говорится в сообщении клуба. Правда, там есть комментарий в соцсетях этого клуба. А гробики вы не пробовали делать? Все-таки все лучше, чем в черных мешках родных получать. Но снеговички с буквы Z руками деток, ну, я не знаю, для таких педагогов в аду приготовлена специальная сковородка. Специальная. Военная. А вот мы только что говорили про пластиковые, значит, украшения в Чите. А в Петербурге сделали инсталляцию из сердец Петербург-Мариуполь. А фоточки покажите, пожалуйста.
Фоточки. Да, вот такая это прекрасная инсталляция, но, как видите, эта инсталляция получила некоторое такое обновление, модернизацию. А девушка-школьница написала вот на этой конструкции: «Убийцы, вы разбомбили его, Иуды». Так вот, бдительные прохожие сдали эту девочку в полицию, и от нее составили протокол о дискредитации российской армии. То есть вот она тоже вошла в число тех 20 тысяч жителей России, которые протестуют против войны и которые подвергаются за это определенным наказаниям. Ну, конечно, вот эту инсталляцию повторно использовали, потому что ее сначала сняли, но потом очистили от надписи и поставили обратно. Но вот этой девушке, которая не постеснялась, не испугалась написать правду, то, что она думает. Правду. Я какое-то долгое предложение хотел сказать, хотя это короткое слово «правда». Вот, она огромный молодец, и большое ей уважение, как и всем 20 тысячам. Ее родителям, понимаешь, как сейчас, как их там шельмуют. Я очень надеюсь, что это стойкие люди, которые точно знают, что их дочь прекрасна. Она герой. Тем временем в сети появляется реклама, где предлагается подписать контракт в обмен, ну, на решение вообще всех проблем. У кого-то списываются долги. Но долги – это вообще такая важная вещь. Все-таки бедное население, у которых есть долги, это просто вот для любой войны вот самое-самое прямо вот то, что надо, самая микоточка. У кого-то долги, и остается лишь один долг перед Родиной. Мы тебе все спишем обязательно. Кстати говоря, не верьте, они врут. Кому-то с войны батя привозит айфон. Да? Ну, известно, как добытый, да? Идейный смысл всех роликов: все плохо с деньгами, езжай на войну, там ты заработаешь, там намародеришь, там где-то натыришь, прям прекрасно будет. Две трети добровольцев из Владимирской области, погибших на войне в Украине. Вот две трети добровольцев оказались должниками. У 10 из 15 погибших были долги на общую сумму почти 6 миллионов рублей. И зачем-то об этом нам рассказывают Федеральная служба судебных приставов. Спасибо, что рассказывают, конечно. Ну, не бросают своих, наверное. Это вот как раз тот самый случай, когда своих не бросают. Особенно, когда у них долги остались перед Федеральной службой. Да, я думаю, что еще и к родственникам их обратят. Давайте покажем сейчас один вариант, сокращенный вариант одного из видео. Это видео должно, по идее, мотивировать идти на войну. Можно весь экран сделать, чтобы мелковато. Неделю назад я аку менял, сегодня ось рассыпалась, проржавела вся. Нормально, поменяем завтра. Садись, отдохнем. Да не буду я. Мне вон еще сено надо собрать, скотину покормить. Яйца для продажи собрать. Козу подоить. Не буду я. Успеешь еще, бахни с нами давай. Да не буду я бахать, достал ты. А чего пришел-то? Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Скотину вон продаю, будешь брать? Каким добровольцем-то? Ты че, крыша поехала? Тебе жить сегодня надоело? Мне надоело в 4 утра вставать и работать во дворе. Потом в 6 утра идти на эту гребаную почту за 10 тысяч в месяц. Потом в надежде ехать в город, продать что-то из домашнего, чтобы денег немного заработать. Едет кто-то, дай чуть в сторону. Несется-то. Чего встал? Ха, Серега! Здорово. Ну думаешь, тебя уже не ждать. Здорово. Да ну брось. Откуда ты. Откуда тачка-то? Новая купил. Твоя? Моя. Вы как? Все нормально, стабильно. С нами? Да не, я вот дом приехал продавать. Будем ипотеку в городе брать. Ладно, мужики. Вольно. Давай. Давай. Красавчик. Да. Ну,
такое. Это, видимо, имеется в виду вот таким образом идеальная карьера человека, который зарабатывает 10 тысяч на почте. Но тут... мне здесь... Да. Меня почему-то этот ролик даже в чем-то порадовал, потому что в этом ролике нет ничего про врагов, противников, укронацистов, там, и вот этой всей риторики, хотя, в общем-то, его мотивирующая задача, она очевидна. И получается, что вот этой войной с солдатами НАТО уже не получается мотивировать мужичков, которые за 10 тысяч на почте горбатятся. Кстати сказать, я тут читала некие откровения массовочного актера, который просто забрали, по-моему, где-то в Мытищах, что ли, сниматься в этом ролике. Неизвестный режиссер, он там что-то такое вот такой вот сыграл, такой вот нелепый, да, потому что игра, конечно, ну, запредельная. Мне кажется, мы с тобой, как два актера больших и малых театров, да, мы да, это безусловно Оскар. И ему дали тоже 10 тысяч рублей, и до свидания. И каково же было бы изумление, когда он увидел себя вот на больших и малых экранах нашей страны. Ну что, давай покажем. Ну а пока вот людей такими роликами пытаются как-то мотивировать идти на войну, некоторые из них возвращаются. И вот как об этом пишут в некрологах. Вот герой возвращается домой на плечах. Давайте посмотрим этот некролог. Ой, да, это чудовищный совершенно текст. Да. Я не буду читать его весь, но вот один абзац, наверное, прочитаю. Мужчина был призван на службу, чтобы отдать долг своей родине, и был тем, кто сможет защитить мирный народ под огнем. Супруга и два его маленьких ребенка взяли слово Сергея, обещая нам, что ты вернешься. И он вернулся, но не в том виде, в котором его ждала семья. Я люблю иронию, я люблю юмор, я очень люблю сарказм, но вот от такого, не знаю, я тоже потерял дар речи на самом деле. Как там насчет защиты русского языка? Это даже не в русском языке дело, это вообще как-то надо какую-то совесть иметь. Это к Дмитрию Певцову. Вместе с ним, наверное, поискать. Да, вот еще насчет совести. Давайте вернемся к знаменитой вобле, знаменитой тюменской вобле. Когда знаменитый, прекрасный, чудесный тюменский суд все-таки сказал, что нет вобли, нет и преступления. Но все разошлось, все стало очень-очень громким. Эта история знает, об этом истории уже знают все. И тюменский суд, конечно, передумал. И Алиса Климентова, наша уже звезда осени, которая написала синим мелом на асфальте «нет в ...е» и доказывала судье, что надпись значит «нет в обле», она все-таки проиграла. Это дискредитация вооруженных сил. «Нет в обле» — это дискредитация. Ей присудили штраф 30 тысяч рублей. И указали на то, что данный вид рыб ей крайне неприятен, она испытывает жгучую ненависть к обле, уже не проканал. И вот Алиса Климентова сказала, издание говорит не Москва, в телеге, конечно, сказала, что я знала, что, скорее всего, будет обвинительный приговор, но все равно я расстроена. Обжаловать решение не планирую, с ним не согласна, тут не добавить, в общем, нечего. Но вобла стала чем-то большим, и мне приятно быть частью чего-то большего, и я остаюсь в России. Ну, Алис, респект вообще всяческий. Молодец. Нет вобли, нет войны. А еще огромное уважение тем, кто за сутки собрал 30 тысяч рублей на погашение ее штрафа. Люди, которые помогают вот в таких случаях деньгами, может быть, они сами боятся, может быть, они сами не решаются там произносить какие-то слова, но это тоже, в общем, вклад в движение против войны. Давайте все-таки еще посмотрим видео одно про Новый Уренгой. Этим мы гордимся.
Нас не пугают волчий крюк и черепа. За правду русскую придется нам сходить. Сегодня названа за это нам цена. Так много лет назад встает наш русский воин. Он вынужден бороться до конца. И если надо, жизнь отдать за волю, которой будет жить его страна. Великий русский воин, ты отважен. Ты бьешься с темным войском до конца. За это мы тебе спасибо скажем. С тобой Россия и открытые сердца. Мы видим самолеты, вертолеты. И страшно нам, но гордость нас берет за то, что наши смелые пилоты ведут всю эту технику вперед. А лидируются страшно и отважно. Нещадно бьют врага в ночном бою. И жизнь своя им кажется неважной. Но жизнь, товарищ, спасают как свою. Разведка, летчики, арта и пехотинцы. Вы наши все. Мы молимся за вас. Победа близко. Вы сегодня в поединке. Сошлись врагов в этот великий час. Вы русские, и этим мы горды. Мы генетическую память не продали. И русский дух нас защищает от беды. Скрижали памяти нам это завещали. Мы русские, и в этом наша сила. Вообще-то это фашизм. Это одно из определений фашизма, когда человек гордится своей национальностью и ставит ее выше других. Я русский и этим горжусь, это хорошо, но я русский лучше всех, это фашизм. Ну и готовить детей умереть. У меня возникло ощущение, что, во-первых, некоторые из этих детей делали это явно, что называется, за оценку, ну, без должного энтузиазма. А во-вторых, у меня такое ощущение, что вот этот замечательный текст писал копирайтер, которому сказали, как сеошнику, просто ключевые слова вставить, и там вот есть генетическая память, скрижали памяти, там русский воин бьется с темным войском. Ну, то есть вот такие прям вот вещи, такое ощущение, что они прям вот, слово методичку плохое, но вот из тех заданий, что называется. Ну, все равно детей жалко. Детей очень жалко. Вот это внедрение с детства, готовность отдать жизнь. За что? За что? За ваше счастливое детство? Так вот оно какое. Детки. Ну, и в продолжение темы «Сдай друга». «Сдай друга». Еще одно. Новое молодежное движение в Пензенской области. Там выйдут на улицы отряды «Тигр», прямо как немецкий танк. И эти «Тигры» будут следить за подозрительными людьми в Пензе и сообщать, куда надо, а также вести профилактическую работу с населением. Давайте посмотрим видео. Плечом к плечу наследники ОМОДа. Сегодня члены новой общественной молодежной организации «Тигр» собрались на юбилейной площади Пензы на торжественное построение, чтобы провести смотр готовности отряда и принять присягу. На первом этапе бойцы отряда «Тигр» будут нести службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов. После обучения перейдут к самостоятельному патрулированию улиц. «Тигров» разобьют на пятерки. Главная их задача – фиксировать правонарушения и немедленно передавать информацию в органы правопорядка, а также вести профилактическую работу с населением. Меня очень интересовала как бы военная структура, структура полиции. И я пришел туда, чтобы бороться, наверное, с преступностью. Как бы. Это мне очень интересно. Ну и, наверное, это новый опыт, который я приобрету, мне будет пригодиться в жизни. Основное предназначение сформированного отряда «Тигр» – это оказание содействия и оказание всякой практической помощи в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности нашим правоохранительным органам. В этом суть нового молодежного движения. К началу 2025 года в регионе должен быть создан отряд общей численностью 2000 человек. Подразделение «Тигра» планируют организовать в каждом муниципалитете. Кого ты там собираешься ловить? Ну, видимо, те, кто не любит воблы и пишет об этом мелом. Да. Раз уж мы заговорили о патриотических движениях, которые вот у нас так вот активно растут, как гробы после вождя, как писал Пелевин,
Движение первых, вот, которое только-только появилось в начале этой недели, оно уже успело так пустить корни, что называется. И вот в Кирове под офис вот этого движения первых, ну, я не могу другого слова подобрать, отжали детскую библиотеку, которая находилась в местном дворце творчества. Библиотекари раздали книги, рассказал, ну, вот это наша новость нашему изданию, преподаватель Александр Бояринцев. Меня, кстати, очень порадовало, что когда эта новость появилась, нам начали писать люди и говорить: мы не хотим, чтобы книги пропадали, пожалуйста, ну, не надо их выкидывать хотя бы. Я очень надеюсь, кстати, что и с московскими книгами, которые идут вот на макулатуру, то же самое произойдет, и люди просто, ну, ну, для меня, я всегда очень любил читать, для меня вот что-то сделать с книгами, это всегда было очень тяжело. Даже думать об этом, не то, что там смотреть или самому там выкидывать. Вот, директор центра Жанна Радыгина рассказала, что библиотека останется, а книги поставят в зоне коворкинга и сделают их более доступными для детей. Но библиотека в моей картине мира — это, в общем-то, не знаю, я всегда в библиотеку приходил как в некий такой, не знаю, в священное место. Это и сам процесс, вот, когда тебе выносят книгу, и ты ее читаешь. Это... Но под библиотеку, ну, под вот, движение первых отдают детскую библиотеку. Вот такие у нас, ну, видимо, это патриотично, когда книг нет, а офис есть. Знаете, вот у меня в Берлине, у метро, метро Зюдштерн, где я живу, стоит такой, ну, довольно большая будочка, она чуть больше телефонной. И там вот с двух сторон поставлены книги. Очень красиво, в рядочек стоят книги. Это для жителей нашего района, для кидса. Я все время смотрю, что там вечером особенно очередь из одного, двух, трех людей, которые заходят в будочку, выбирают книги, читать, приносят уже прочитанные, ставят туда же. Это такая районная такая библиотека без библиотекаря. Я не могу так хорошо читать немецкий, как бы мне хотелось, но я сразу смотрю название. Это просто вот классные книжки, которые мне очень хотелось бы читать по-русски. И я так немножко завидую такой вот возможности так вот взять и прочитать вот такие книги. Ну да, потому что книги — это такая важная штука. Это очень важная штука. Их нельзя выбрасывать, конечно, если это не сборник речей Путина. То их, ну, не надо этого делать. И действительно нормальные люди их берегут и не заставляют библиотеку у себя часто томами, да, отдают дальше, забирая свою книжку. Это, конечно, все совершенно бесплатно. Естественно, это такой вот книгообменник. Ну и это же тоже нормально. И вот как-то в стыд такие новости идут. Вот мы говорили о московской челюстинской группе, которая боролась за свободу и права человека и, в общем-то, очень сильно способствовала развитию демократической традиции в России. Но вот буквально, наверное, в тот же день, когда Минюст вот подал иск, появилось вот это движение, подал иск о ее ликвидации, появилось вот это движение первых. И что происходит с демократическими традициями в школах, куда это движение первых, я думаю, парадным шагом идет, очень ярко иллюстрирует случай в паблике школы голосования, нужен ли ремонт в школе. Это просто вот такая интернет-голосовалка. А девочка написала, что в школе в туалете разбитые, не закрывающиеся двери, советские раздевалки в кавычках, коридоры выкрашены дешевой краской. И вообще школа имеет довольно неприглядный вид. В этом опросе успело проголосовать всего 13 человек. После чего, ну, наверное, не очень большое время прошло, с девочкой связалась учительница. Она вынудила ее удалить это голосование. И она это так очень объяснила. Ну, во-первых, вот не надо раскачивать лодку, потому что вот без голосования будет лучше всем. А потом добавила фразу, ну, к которой, наверное, мы все уже привыкли, но меня она до сих пор очень сильно триггерит.
от девочки, от школьницы, которая запустила голосование, которое называется «Нужен ли ремонт в школе?», ей преподавательница сказала: «Не надо лезть ни в политику, ни в школу». И я не знаю, ну, а что можно тогда? Ну, это нормально, это же прекрасно, когда ученик болеет душой как бы за место, где он учится. Ну, не надо тащить политику в школу. А это и понятно, то, что про эту школу писало издание местное 161.ru, и написала, причем вот в мае этого года, директор этой самой гимназии, его зовут Арутюн Назарян, и он занял первое место среди самых богатых директоров ростовских школ. В прошлом году он заработал почти 7 миллионов рублей. Ну и совершенно понятна реакция классного руководителя: не лезь, не свое дело, девочка. Это политика, потому что действует по всему еще немножко коррупции. Но мне бы все-таки очень хотелось, чтобы этот директор и все остальные директора делали ремонт в школах. Ну, хотя бы потому, что на ремонте много-много распилить, но чтобы у детей в туалетах хотя бы не было разбитых дверей. Чтобы можно было, извините, уединиться спокойно. Но движения всякие за свои права, они в России, в общем-то, продолжаются. Во вторник началась пятидневная забастовка курьеров Яндекса. В ней участвует уже больше 2000 человек, и они добиваются от Яндекс.Еды нормальных условий труда. Они требуют заключить с ними трудовые договоры, отменить штраф, увеличить платы за заказы и оплачивать долгое ожидание. Они призвали саботировать работу кафе и ресторана, задерживать очереди на кассах, в общем, чтобы как-то обратить внимание хоть кого-нибудь на проблемы курьеров. Вообще, мне в связи с этим вспоминается картинка, которая была очень популярна в начале пандемии, весной 2020 года, такой пустой город, идет вот этот вот курьер с этим, с рюкзачком желтым Яндекса, и под ней подпись «Человек, который спас нас всех». И, но мы привыкли не замечать вот таких людей, а эти люди, они делают то, на что не решаются, я не знаю, многие другие. Они просто заявляют о своих правах, они просто хотят, чтобы с ними поговорили. И как с ними поступают? Это ведь не первая забастовка вот курьеров. Они бастовали в 2020 году, когда пандемия закончилась, и прошли резкие сокращения, как бы, курьеров. Они бастовали весной этого года, когда тоже в Delivery Club, точнее, в 2021 году они бастовали в Delivery Club с теми же требованиями. И в тот момент, вот после той забастовки, руководителя профсоюза Кирилла Украинцева просто арестовали и лишили свободы. Да и фамилия у него какая-то подозрительная. Украинцев. Ну, это было все-таки до начала. Да. Тем не менее. Война идет 8 лет. Давай придерживаться. Да, согласен. Канонов. Да. Ну что, Коми и снова жители? Коми. Я расскажу, сейчас мы посмотрим видео, а то у нас снова какая-то разговорная часть пошла. Но да. Я расскажу про историю этого видео. Мы сейчас посмотрим видео общения губернатора Коми Владимира Уйба. Его зовут Уйба, да. Уйба, да. Это бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства, который общался с жителями. Что предшествовало этой встрече? В Сыктывкаре есть удаленный район, такой, скорее даже пригород, нежели район города, который называется Эжва. И вот в этом местечке очень плохая экологическая обстановка. Там еще с советских времен действует целлюлозно-бумажный комбинат, который, в общем, все там загрязнил. Там дышать очень тяжело. Я там был рядом. Ну, такое не самое приятное место, хотя Коми — это удивительная республика, удивительно красивая республика. Коми
еще ко всему прочему, это регион, который восстал вместе с Архангельской областью, восстал против завоза туда, экспорта туда московского мусора на станцию ШИЭС. И после двухлетней борьбы, когда там были и столкновения с полицией, и палаточный лагерь на ШИЭСе, они добились того, чтобы московский мусор не привозили вот в леса, которые находятся между Архангельским и Сыктывкаром. Вот экологическая тема, вот эта прекрасная природа, эта прекрасная тайга, она очень болезненно отзывается вот у всех жителей Коми. Так вот, и вот в этой Эжве, в которой с экологией и так, в общем, все довольно плохо, собрались строить мусоросортировочный комплекс. Мусоросортировочный комплекс, в переводе с чиновничьего на русский, означает, собственно, предприятие, на котором будут мусор разделять на разные фракции, и место, где этот мусор складируется. То есть, по факту, тот же самый мусорный полигон. Люди против этого начали возмущаться. И вот этот вот товарищ Уйба во время одного из своих выступлений публичных по телевидению, он сказал такую фразу, что, дескать, мы приветствуем все экологические инициативы и любим там всех, кто хочет сделать у нас зеленую республику, но не будем общаться вот с некоторым таким экологическим мусором, который там всему этому мешает. Там какие-то экстремисты и это нехорошие. Про жителей. Это он про да. жителей, про вот, вот эти народ, вот жители, которые протестуют, да, они счастья своего не понимают. И, в общем, это какой-то экологический мусор. А, естественно, после этого никого он этими словами, мягко говоря, не успокоил. И ему пришлось встретиться с жителями Эжвы. Вот как эта встреча происходила. Спокойно расходитесь по домам. Извиниться! Извиниться! 18 часов, а у нас футбол, и надо будет болеть за чемпионат. Спасибо, до свидания. Извиниться! Извинись! Вот так у нас в России тоже можно, и я думаю, что нужно в таких случаях разговаривать с губернаторами. И мне вот это вот экологический мусор выражение напомнило коллегу Владимира Уйбы, губернатора Орлова, который возглавлял Архангельскую область во время протестов на ШИЭСе, и он в одном из выступлений назвал протестующих шалупонью. Естественно, после этого эта фраза «шалупонь», она была на всех плакатах, ну, там, на огромном количестве плакатов, на этих массовых митингах против строительства мусорного полигона. И самое главное, вот мне очень понравилось, это воскресенье встреча была, когда был прекрасный финал Аргентина-Франция, что Уйба говорит, я типа пойду футбол смотреть, но сама встреча проходила 15 минут. И, видимо, либо он знал, что у него будет футбол, и планировал там не больше 15 минут общаться, либо просто что-то пошло не так. Ну, видимо, что-то пошло не так. А у нас вообще все пошло не так, но это последняя плохая новость перед сразу серией, большой серией пенальти, большой серией хороших новостей. А мне понравилась эта новость. Мне нравится, когда люди говорят губернаторам, извинись, товарищ, нет, так нельзя. С нами так нельзя, у нас есть достоинство. Согласна. Но губернатор гад, поэтому с ним приятно. Про голубой огонек. Новый год. На России один участник голубого огонька станут Алла Пугачева и Максим Галкин. Шутка. Шутка, не станут больше никогда. Ну, то есть пока, как говорится, ППЖ, пока Путин жив. Участник голубого огонька «Россия-1» станут военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев. А также главный редактор телеканала «Спас» Борис Корчевников. А также герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции. Я вам напомню, что военкора Сладкова обвиняли в убийстве человека в ДТП. А Корчевников оправдывал геноцид украинцев ссылкой на Библию. Веселый, судя по всему, будет «Голубой огонек». Но только вот с названием, конечно, с названием, мне кажется, не туда смотрят депутаты, не туда. Вот эти все военкоры, во-первых, они все мужики,
соберутся в одном месте вечером, ночью, под елочкой и назовутся «Голубой огонек». Товарищи, куда смотрят Мизулина? Куда смотрят Останина? Чтобы уж точно в радугу не попасть, надо все это назвать «Черным огоньком». Вот с этими товарищами «Черный огонек» — это самое то. А, хорошо. Москвичи подали рекордное число исков против военкоматов в этом году. Почти в 4 раза больше исков военкоматов, чем в 2020 году. 1495 исков. А в прошлом году подавали 400. А после начала мобилизации суды приняли 292 иска. Это столько, сколько за весь 2017 год. А это посчитала Агора. Что еще раз доказывает, что есть возможность сказать слово «нет». И этой возможностью надо пользоваться. А мы в 7 на 7, кстати, проводим уличные опросы. Мы ходим по улицам и спрашиваем у прохожих какие-то, ну, ответы на какие-то интересные вопросы. Мне поражает и меня расстраивает, когда люди отвечают нам словами из пропаганды, просто потому что пропаганда, она, в общем-то, она нужна для того, чтобы люди знали правильные ответы, когда их о чем-то спрашивают. Но и мы стараемся придумывать вопросы, которые, на которые пропаганда не дает ответы. И я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели видео, когда мы спросили у прохожих, а что бы они сделали, если бы стали президентом России? Класс. Президентом какие три решения прямо сейчас бы приняли? Зарплата, пенсии и трудоустройство. Есть полный план, я бы расписала, но я сейчас боюсь говорить. Вы сами знаете, какая у нас сейчас обстановка в стране. Обидно просто, обидно за Россию. Вот я была в той самой Грузии, я в шоке была. Я месяц, наверное, отходила. По крайней мере, улучшил бы жизнь простых людей, как минимум. Потому что у многих зарплата ниже прожиточного минимума. И это происходит уже более 30 лет. Я бы провел большую инспекцию в армии, чтобы деньги доходили, потому что то, как была проведена мобилизация, выглядит печально. Вот. У меня у самого друга отец был мобилизован, но ему повезло, он в хорошее место попал. А были товарищи, которым там, ну, автоматы не дают, ничего не дают. Кого-то так просто отправили. Поэтому инспекцию в армии большую бы провел. Перестать любезничать со всеми, а то нас всегда все обманывают, а мы всем всегда верим. А о чем вы говорите? Ну, например, Минские соглашения. Мы же все в них верили, а нас по итогу обманули. Из-за этого мы воюем теперь с нашими родными украинцами. Из-за таких вот прям хороших, наверное, это повысить зарплату. Некоторые дома в городе снести старые, чтобы построить на них новый вот. Закончить специальную военную операцию. Пенсии поднять и дороги починить. Страну вести больше к миру. Вот, это самый главный насущный вопрос, потому что многие люди, ну, как бы, переживают по этому поводу. Это самый главный вопрос. Ну, и восстановление экономики, потому что сейчас в связи с санкциями, конечно, все это для людей простых будет, ну, тяжеловато. Попробовал бы поднять уровень жизни, зарплаты в стране, да. Сделать доступное жилье для молодых хотя бы людей, там, для молодых семей, там, то есть ипотеки понизить, ставки. Ну, пенсии. Снижение коррупции. Каждому по патрону все. А, вот так? Да, да, кардинально. Не знаю, всем мира, здоровья, добра. Злые люди стали. Добрее надо быть. За стол переговоров. Разговором. Только разговором. А с кем? С кем? С другим президентом. А. И с народом, с людьми. Я бы, честно говоря, проголосовал бы, наверное, за всех, ну, разве что, кроме молодого человека, у которого инспекции в армии недостаточно. Да, его отец попал в хорошую, это что, в хорошую, да, в хорошую группу, где есть автоматы. Да, а тогда народ-то, как обычно, умный. Народ умный, и меня поразило, правда, потому что... В общем-то, люди видят вот эти все проблемы. И самое главное, вот я обычно всегда так говорю, что 23 февраля в России не было митингов «Давайте бомбить Украину». Никто этого не требовал. И да,
нашлись 20 тысяч человек, которые выступили против, которые подверглись за это штрафам, подверглись за это арестам, подверглись за это лишению свободы. И они наши герои. Есть огромная... Да, они герои, но есть огромная масса людей, которые они не хотят войны. Они хотят зарплаты, пенсии, доступное жилье для молодых семей, дороги починить. И все-таки слишком много людей вот в этом видео, вот по сравнению с другими нашими опросами, они сказали главные слова, там, давайте садиться на переговоры, вести переговоры с другим президентом, давайте мира, давайте закончим пип-пип специальную военную операцию. Ну, теперь, ты, кажется, уже можно говорить слово «война» с сегодняшнего дня? Или ты бы не рискнул? Ну, мы это видео еще до сегодняшнего дня делали. А непонятно, давайте, да, непонятно, что позволено быку. Давайте так, давайте я расскажу вам про Архангельск. Ну, все-таки приятно. Буква «З», она была на здании администрации Архангельска с марта. И вот и она в конце концов исчезла, и ее заменили на «Елочку». А вернут ли Z после новогодних праздников, неизвестно, пока непонятно. Но вот мэр Екатеринбурга при этом, его зовут Алексей Орлов. Ой, кстати, Женя Ройзман, если ты нас смотришь, Женя Ройзман, мы по тебе скучаем, как не хватает твоих реплаев. Так вот, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался за бюджетный счет украшать литерой Z здание городской администрации. А в Мурманске на здании Ледового дворца спорта тоже изменили подсветку. Вместо литеры Z там теперь новогодняя иллюминация. И еще сообщает подписчик Соты с этого Ледового дворца в Мурманске сняли баннер с литерой Z. И там висит просто новогодний плакат с Новым годом. В Казани проходит, все-таки проходит до сих пор, наверное, каждый день проходят антивоенные пикеты, и люди выходят на протесты вот с такими лозунгами. Вот еще один ребус. И тут требование Путина. Ты смешон. Отставка. Люди выходят и присоединяются вот к этим 20 тысячам. В Ленинградской области, в поселке Сиверский, появилась новая антивоенная инсталляция. В местном сквере на камне железной табличкой появился новый плакат. Давайте мы посмотрим, какой там плакат интересный. Никогда еще Дед Мороз не получал столько одинаковых пожеланий. Есть даже шутка в интернете на эту тему, что на Новый год россияне пожелали, ну, хотят смотреть не голубой огонек, и даже, наверное, не черный огонек, они хотят смотреть балет. И вот там тоже такое, ну, просто сообщение, да, для любителей географии. Гаага – это город в Нидерландах. Это где-то я видел тоже картиночку, мемчик, как Дед Мороз разворачивает новогодние записки, разворачивает, потом вздыхает, поворачивается к стене и снимает снайперскую винтовку. Так, ну, дальше я человек, который говорит все слова, которые знает, поэтому и расскажу вам про эту новость, которая не боится сказать разные слова в эфире. Как и футболистка сборной России, которая, Надежда Карпова зовут, которая обратилась к Путину и Лукашенко. Покажите нам прекрасную эту девушку. Надежда Карпова в своем инстаграме прокомментировала заявление Лукашенко о том, что он и Путин – самые токсичные люди на этой планете. Вы уёбки, вы мрази, вы те, кто устроил геноцид, вы те, кого нужно судить. Вы не просто токсичные, вы ёбаные фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, надеюсь, вы получите по заслугам, потому что добро всегда побеждает зло. Написала Карпова, Надежда Карпова, футболистка сборной России, которая также выступает за испанский «Эспаньол». И Карпова, сказать, одна из немногих российских спортсменов, которая открыто выступает с антивоенной позиции. Не ходите на войну. И, слушайте, вы нас извините, пожалуйста, за вот эту фигню, которая была в самом начале со звуком. Это потому, что с нами нет нашего члена команды с Украины. Вот это все поэтому.
Ну как, куда мы без... Ну да, ну да. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Мы постараемся быть... Мы стараемся не так ложить, извините, пожалуйста. Ну и чем больше у вас будет, тем меньше мы будем ложить. Правда, правда, честно. Я Ольга Романова. Да, да, это Олег Григоренко. Да. И мы с вами встретимся в следующий четверг, перед самым Новым годом. И мы очень постараемся, чтобы было... Давайте как-то подберем, чтобы было побольше хороших новостей. И чего? Мы очень стараемся. Желаем. Вы, наверное, это заметили, я надеюсь. Пока. Счастливо.